Приветствую всех, с вами Энфан. И сегодня у нас видео, которое я давно хотел снять. Такое, так сказать, экспериментальное видео, экспериментальный формат, если можно так назвать. В общем-то, хотелось бы найти и попасть в лиминальные пространства. Что же это такое, спросите вы, возможно, кто-то знает. Ну, вообще, там я как начитался в интернете всякой фигни. Лиминальные пространство – это вообще лиминальное состояние, это такое переходное состояние, когда вы, грубо говоря, ну, переходите от одного состояния другого, от одного места к другому, от чему-то к другому. И типа самый простой пример, как это описать, это взять какое-то место, я не знаю, переход, просто взять, допустим, переход людный или просто какое-то обычное людное место, где вы проходите, не замечаете, не обращаете внимания на какие-то детали, ну и в целом на это место, ну, оно вам кажется обычным. Но когда вы оказываетесь в этом месте какое-то время, когда обычно вы там не бываете, то возникают некие вопросы, возникает странное чувство. И как бы это и есть чувство лиминальности. Для этого мы, чтобы как бы усилить этот эффект, взяли вторую камеру. Мы перемещаемся, так сказать, в лиминальность, поскольку, ну, на ней будет проще этот эффект понять и ощутить, и еще потому что, как бы, ну, вообще, если там в интернете посмотреть какие-то картинки, они все вот в таком качестве, не идеальном. И, короче, поэтому я решил взять, так как у меня есть арсенал из двух камер, точнее, из целой коллекции камер, я решил взять самую подходящую под эту камеру и попробуем поснимать на нее такие места, оказаться, так сказать, в них. Но не знаю, насколько получится. Первое место, которое мы знаем, это... У нас торговый центр есть, хотя его так, по сути, не назовешь уже. Но, в общем-то, он... так скажем, уже не такой функциональный, как был раньше, там половина магазинов отсутствует, это, по сути, просто помещение такое большое, пустоватое, и как бы, ну, а раньше там было весьма оживленно и много магазинов, а сейчас нет, и поэтому мы сейчас пойдем на другой конец города, чтобы ощутить вот эту вот лиминальность, если, надеюсь, он не закроется раньше времени, время 18:35. И, а потом уже по пути, как мы будем идти назад, будем искать какие-то места, детские площадки, возможно, заправки, может, на заправки зайдем. И, в общем-то, ну, может, еще что-то найдем интересное и, так сказать, ощутим или не ощутим. В общем, отправляемся в путь. Все поменялось очень сильно. И вот раньше то, что сейчас вы видите за мной, этого не было. И немного лиминальностью и там на самом деле пахнет, особенно если чувака с поломоечной машиной убрать. Ладно, ну так-то вот по сути у нас есть вот, но там люди еще ходят. И то есть тоже. Ну такая себе лиминальность, честно говоря. Ну типа, если с этой стороны снять, то может быть да. Есть что-то такое. Только ты, конечно, лишний в кадре. Ну, пустые ряды выглядят весьма лиминально. Но вот так тут, блин, сейчас не пройдет. Во-во-во, стой, иди сюда. И, короче, по диагонали вот туда. Вот как-то вот так. Понятно.
В общем-то, такое видео у нас получилось, дорогие друзья. Мы нашли места, которые смогли. Но, на самом деле, это не все места в нашем городе. Возможно, какие-то мы просто, ну, не знаем, что они ламинально выглядят. Поэтому мы сняли, как бы, наши догадки. Что мы предполагали, то мы и сняли. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите свои комментарии, в каких бы местах вы еще хотели бы побывать и снять их, возможно, ламинальных. Вот. А я вам желаю всего хорошего. Желаю, чтобы вы подписались на мой канал, поставили лайк, написали комментарий. Всем удачи, всем пока и до новых встреч!